Доброе утро. Эфир телеканала «Кубань-24» продолжает новости культуры. И сегодня мы расскажем, как на 10 дней олимпийская столица стала музыкальной. И как драконы, храбрые рыцари и прекрасные дамы вдохновляют на творчество одной из российских групп. Самое главное – музыкальное событие недели. В Краснодаре проходит второй фестиваль оперного искусства. Он посвящен великому композитору. В этом году Петру Ильичу Чайковскому исполнилось 175 лет. Главный дирижер Краснодарского музыкального театра признается, что любовь к музыке у него началась с Чайковского. У него нет неудачных работ, у него нет неудачных сочинений. В той или иной мере оно каждое удивительно неповторимо. Любая симфония, любой концерт, фортепиано, скрипичный, неважно. То есть хоровые сочинения его, кантаты, допустим. Да, то есть хочется играть все бесконечно. И он всегда актуален, всегда свежий, всегда очень любим публикой, кстати. Подойти к юбилею композитора в Краснодарском музыкальном театре решили оригинально, объединив в одной программе оперу и балет. Солистка Мариинского театра Мария Баянкина на краснодарской сцене впервые. Вместе с солистом музыкального театра Владимиром Кузнецовым они показали заключительную сцену из оперы «Евгений Онегин». Ты никогда не споешь Чайковского какими-то процентами, ты всегда споешь его, ты весь участвуешь. Поэтому это, конечно, очень трудно, но если у тебя удается собрать все силы, всю свою волю, то ощущение вот этой вот отдачи, удовлетворения, которое ты получаешь после исполнения Чайковского, оно, ну, я не знаю, с чем сравнимо. Красота и звучание оркестра, точность и выразительность движений. Кажется, этот подарок по достоинству оценила благодарная краснодарская публика. В Сочи завершился 8-й зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. Выдающиеся музыканты и оперные дивы исполнили произведения Моцарта, Чайковского, Верди. Екатерина Славянская побывала на гала-концерте и узнала, в чем же состоит волшебная сила искусства. Мировые имена, выдающиеся исполнители. На 10 дней Сочи стал культурной столицей. Джаз, классика, рок, балет, оперы, концерты, симфонической музыки. Кажется, что в эти дни балом правит высокое искусство. Если рождается в творческом смысле, если рождается и получается новое, импровизационно, после целой жизни подготовки, каждый выход на сцену – это... Насыщенной была не только программа концертов. В этом году впервые на фестивале работала школа для молодых журналистов, пишущих о культуре. Руководители российских изданий поделились секретами мастерства. Финальной точкой фестиваля стал гала-концерт, посвященный 175-летию со дня рождения Петра Чайковского. Юрий Башмет пригласил лауреатов международного конкурса Густава Ревиниуса, Барри Дугласа, Хиблу Герзмава. В зале аншлаг, ни одного свободного места и ни одного равнодушного зрителя. Вот эта зима выдалась исключительно теплой и солнечной. Вот. И его мероприятие, я думаю, просто под стать этой погоде, абсолютно солнечное. Культура – это то, что делает нас людьми. И вот Юрий Башмет делает очень много для того, чтобы мы себя почувствовали людьми. Фестиваль завершен, но через год он вновь распахнет двери. Это значит, у жителей и гостей олимпийской столицы будет шанс еще раз прикоснуться к великим именам и произведениям мировой культуры. Екатерина Славянская, Николай Сизоненко, Кубань-24, Сочи. Новая музыка древнего мира. Так позиционирует свое творчество российская фолк-группа «Мельница». В этом году коллективу исполнилось 15 лет. Музыканты гастролируют по стране. Накануне они собрали полный зал в Краснодаре. Исполнили свои самые популярные песни. Моя губа пообщалась с лидером группы Хилависа и узнала, как мифы и сны превращаются в уникальные, ни на что не похожие композиции. До концерта всего час музыканты настраивают инструменты. 15-летие группа отмечает масштабными гастролями по стране. Всю ночь музыканты ехали из Ставрополя, где давали очередной концерт. Сон урывками в автобусе дает о себе знать. Я пела о богах и пела о героях, о звоне клинков и кровавых битвах. Погода в саду, извините, он со мной. Я клякаю от него, за меня. Мельница –
когда-то начиналась с квартирников и за эти годы вывела фолк-рок на большую сцену. Такого сочетания инструментов нет больше ни в каком музыкальном коллективе страны, по крайней мере, известном. Виолончель, жалейка и кельтская арфа. Автор большинства песен Наталья О'Шей оставила научную деятельность. Она филолог, в прошлом преподавала ирландский язык в Москве и Дублине и погрузилась в творчество. Впечатления от книг, сны, личные эмоции переплавляются в песни, в которых сочетаются сила и нежность, лирика и рок, миф и реальность. Для того, чтобы там, не знаю, рассказать о том, что у меня в жизни случилось, я могу использовать метафоры, отсылающие, скажем, к классической английской литературе или к европейскому средневековью. Пока настраиваются музыканты, уже собираются поклонники. Текст имеет глубокий смысл. Смысл, как правило, не односторонний, многогранный. И это очень так цепляет, дает возможность подумать, о чем-то задуматься. Я знаю, что она автор текстов сама, да, автор музыки, поэтому это наиболее ценно. После стольких лет экспериментов с текстами, музыкой и людьми, наконец-то сложилась команда, когда каждый на своем месте и понимает друг друга с полутона. Срезан вихрь узорами крыльев, твой ветров мы слышали песни последних вальдив. В гастрольном графике у мельницы еще десяток городов. После небольшой перерыв в апреле очередной тур в честь 15-летия. Четверть века не так уж много, и на этом группа останавливаться не собирается. Сейчас музыканты работают над новыми пластинками и планируют отметить еще не один юбилей. Майя Губани, Ларакша, Кубань-24, Краснодар. На этом у меня все. Такими были новости культуры. Увидимся в следующем выпуске. До встречи.